Всем привет, с вами Нильфгорн. Замечательная игра, которую даже не нужно уже представлять. Зима, огонь. Блин, опять я замерзаю. Вот, увидел я наверху. Здесь я уже довольно-таки долго путешествую. И как бы, когда настает ночь, на самом деле даже путешествовать страшновато, потому что ничего не видно, прям вообще не видно, куда бежать, зачем бежать. То есть, но сейчас я издалека увидел, блин, мне прям придется строить башенку, чтобы сюда залезть. Я увидел форт. Я даже не знаю, как назвать правильнее, форт или какое-то защитное сооружение, потому что выглядит оно очень так сурово. Я сейчас попытаюсь к нему поближе подойти, чтобы и вам, конечно же, показать. Это вот такой вот, не знаю, какой-то замок или какое-то защитное устройство. Потому что, ну, это явно форт какой-то. Потому что я залез здесь в пещеру, просто в пещеру. Там и я на волка-то, волк на меня и напал, медведь на меня напал. В общем, по полной программе меня так попрессовали. Давайте посмотрим, что же здесь. Потому что, искав что-то... Ушкин кот, как это все круто выглядит. И похоже, здесь кто-то уже побывал. Да, здесь уже кто-то побывал. Блин. Я вижу сундуки вскрытые. Опа, лук. То есть, похоже, да, вот я вижу человека. Он просто, похоже, пошел сюда. В эту сторону. И даже я, честно, я не знаю, что. Давайте возьмем лук. Обязательно лук возьмем. Вот сундук уже пропущенный человечком. Так, а здесь мы... Знаете, что здесь? Мы сложим вот сюда меч, потому что я взял в руки хаммер. Мне очень нравится, как это устройство работает. И что это здесь такое? По-моему, здесь кого-то... Кому-то наваляли, что ли? Либо еще что-то. Потому что я вижу, там вот какой-то враг. И он довольно-таки сильный. Давайте попробуем взять лук. Лук. И... И попробуем пострелять. Ну что ты, не хочешь? Я не знаю, что это за конструкция такая. Пынк. Бандит это какой-то, в общем. Так, сейчас. Давайте вот здесь вот освещение поставим. Я не люблю нечестного боя. Но... Вот и все, навалили мы этому бандюгану. Понятно, это не босс. Я уж побоялся, что это какой-то босс. Шкуры, блин. Шикарно. Сундук. О, да, какой-то сундук, большие деньги. Кто, кто? Кто? Лучник, лучник. Забираем все, забираем. Сундуки. Блин, ребят, это так интересно, в плане того, что, как сказать, прям вот по-новому все открывается, прям за каждый угол вы заходите, и прям все оно как-то интереснее становится, постоянные какие-то приключения, постоянно что-то исследовать можно, постоянно можно открывать новые для себя блоки, сундуки, устройства. Перечислять на самом деле замучаешься все, что тут есть, потому что даже вот в один уровень я попал и уже и рецепт нашел, и врагов новых нашел, задания новые просто тонны, вообще большое количество. Кстати, я уже даже не разбиваю вазы, я... Так, вот у меня уже фул говорит, что у меня вот такого цвета не вмещается. Вазы я не разбиваю, хоть из них и падают денежки, но, честно, я как-то сомневаюсь, что они мне понадобятся. Потому что пока я не нашел, куда их можно потратить и где ими можно воспользоваться. Еще один квест выполнен. Господи, какой-то. Так, такое чувство, как будто бы... Нет, хотя сундуки, вот я вижу, есть пустые.
Так, давайте заменим вот, вот так вот. Потому что серых у меня серые ткани. Так, я честно, я не знаю. Я вижу очень много еды, которые остались после, после врагов. О, большой сундук. Несколько больших сундуков. То есть вот, вот эти куски, это после врагов осталось. А вот... Ох, господи. Я смотрю, здесь не только я ткани собирал. И зеленые давайте тоже. Оранжевые, серые. Вот давайте их так выставим, чтобы синие еще есть. Похоже, здесь были все-таки. Да, уже был человек какой-то. Да. Эх, жалко, печально, очень печально. Я надеялся, что я первый сюда приду, но нет. Здесь прям вот очень много тканей, ткани, ткани и ткани. Так, дальше здесь, там проходов нет. Ну вот, видно же, что человек тоже ходит здесь, в этих. И сундуки, поэтому и... Вот, это отлично. Как раз-таки я еще и выполнил квест. Руда и материалы, это вообще суперско. Блин. Ой, опять я что-то там выполнил. Первый раз вижу такую игру, в которой можно и драться, и строить, и прям это все так интересно сделано, это все так качественно сделано, это интересно лазить и искать, самое главное. Так, ну вот в эту сторону он рванул, надо бежать за ним, потому что... Потому что он будет сейчас... Он придет к боссу и начнет его валить. Я бы тоже хотел поучаствовать в этом. Поучаствовать в убийстве босса. Я буду собирать все-таки всяческие нитки. Так, я... Такой... Какие-то звуки, похожие на то, что за стеной кто-то находится. Так, а, вот же есть кнопка «Забрать все». Забрать все, металл обязательно собираем. Тряпки, разноцветные всяческие блоки, это все понятно, но вот металл просто кровь из носу нужно собирать, потому что это важно. Металл все-таки, это вам не растение с едой. Так. Столовая. Вражеская столовая. Ого, как тут много вы всего-то пропустили. По крайней мере, либо пропустили, либо просто он решил не собирать. И здесь несколько сторон, в которых он тоже уже был. Да что ж такое, я катастрофически от него отстаю. Вот не повезло мне. То ли чел уже такой профи, и он уже знает, где что лежит. То есть он знает, куда бежать, знает, зачем бежать. Давайте немножко ускоримся. Попытаемся просто за ним пробежать, потому что, ну... Это немножечко уже неинтересно становится. Он с такой скоростью все это проходит. Хм, забавно. Бумага падает. Так. Вы издеваетесь, что ли? Похоже, и правда издевается, потому что я прибежал... Бежав за ним как-то, я прибежал в тупик. Скорее всего, он через какой-то обходной... путь прошел. Главное не пропустить. Вдруг здесь есть какие-нибудь секретные... Блин, у меня... Все, у меня инвентарь фул. Тут всего не утащишь, блин. Так много вкусностей. Все хочется утащить, а все не получается. Точнее, ну, вообще, моя жадная... Жадный принцип игры... Ох, какой сундук. О, золотые, блин. Вот это бы взять, конечно. Вот это бы... Эх, взять за что? Поменять-то на что? А давайте мы поменяем это на дерево. Вот так вот. Потому что эти материалы нужны. Так. Еще какие-то задания я опять выполнил. Так, все, я не знаю, где графит, потому что... Здесь явно кто-то был. Явно кучу народу поубивал. А вот... А может и не был, может мне только кажется это. И у меня уже все, у меня
переизбыток всего, то есть даже самые обычные вещи, как шерсть и тому подобное. У меня уже очень много этого. Ну, денежки, которые непонятно для чего и зачем нужны. Этих денег, конечно, здесь можно получить просто немеренное количество со всего. А вот куда их потратить, я до сих пор этого не знаю. Меня это немножечко печалит. Как-то странно закрыто помещение, потому что... Уж очень странновато все это выглядит. Так, еще раз давайте проверим туннели. Я боюсь что-нибудь пропустить. Я боюсь что-нибудь не собрать, не дособрать. Я прям... Ух! Не хочу ничего упускать. Он же рядом, главное... Ну как рядом? Может, мне кажется, может, он в соседней пещере в какой-нибудь лазит, да? А я страдаю, что не могу до него добраться. Что он там соберет все быстрее меня. Куча монеток. Куча просто монеток. Так. Здесь никаких секретных туннелей нету. Потому что сейчас самое страшное. То, что не знаешь, что от игры ожидать. Могут ли... Можно ли там найти какие-то секретные туннели? Можно ли еще что-то в этом роде найти? И когда не знаешь, это, ну, как-то пугает. Думаешь, что что-то ты можешь упустить. Ну нет, вроде бы здесь ничего нету. По крайней мере, никаких механизмов я тоже здесь не замечал. Ну, чтобы какой-нибудь рычаг нажать, где-нибудь что-нибудь открылось. Пока что я такого не видел, так что пойдемте дальше. Точнее, не дальше, а назад возвращаться. Здесь я не перепрыгну, скорее всего. Ладно, воспользуйся своим супер-киркой. Обратно возьмем мейс в руки, потому что все-таки это мейс. И с ним не поспоришь. Так, посмотрим сейчас туннели все. И более тщательно уже будем возвращаться, потому что если я сейчас прав, что он просто в соседней пещере и вообще не относится никаким образом ко мне, то это нормально. Единственное, что... Может быть, до этого уже, когда я появился в этом мире, человек, ну, тут уже был какой-то человек, и он вроде бы зачищал тут, ну, как сказать, он уже здесь был, а где конкретно он был, может быть, как раз-таки здесь. И здесь вот разбиты блоки, скорее всего, мне кажется, все-таки он уже побывал в этом форде подземном, гномьем, не знаю, хотя здесь больше такие персонажи, как, ну, львы или... Какие-то хищники, пантеры. Очень много сундуков. Жалко. А сейчас вот проверим. Я хотел сказать, жалко, что нельзя сундуки забрать. Да. Не просто так, значит, у меня такая есть мысль, что сундуки реально не... Еще золотые гайки. Блин, материалов я тут набрал, ребятки. Просто шикарно. Конечно, очень интересно это все попроходить толпой. То есть, ну, хотя бы толпой какой уж. Ну, вдвоем, втроем, да, но в таком варианте. Понятно, что игра не рассчитана, допустим, если вы там в данж вырываетесь в 20 человек. Хотя я уверен, что вы... ну, определенное количество людей только может находиться в мире. Ну, вот, по крайней мере, последний раз максимум я видел 5 человек находилось в мире. Можно ли больше, я... Не знаю. Бандита. Ну вот видите, он прям тигренок какой-то. Так, и с него упал меч, который, ну... Хотя он здесь и был, кстати. Я когда сюда пришел, он тоже здесь был. И... Это зеленые вазы. Так, интересно. Вот здесь такой проход. Может быть, вдруг там... Что-нибудь есть, а я чего-нибудь... Нет, вроде бы там ничего нету. Блин, жалко, обидно. Я думаю, здесь какой-нибудь босс будет или что-то в этом роде. Потому что в первых двух сериях я нарвался на босса, я о нем говорил. Вот только, блин, не успел показать. Нет, ну сюда бесполезно тоже идти, потому что все-таки там уже, конечно, конец. Я там был. Ладно, давайте возвращаться обратно. И вот непонятно. Теперь я, допустим, вот набрал кучу предметов.
У меня большой инвентарь, забитый всяческими вкусняшками. Если мы нажмем Escape, здесь есть Home. То есть вернуться домой, я так понимаю. Домой это, скорее всего, на остров. А как вот вернуться обратно в этот мир? Вот у меня вот дилемма. Ну, блин, ночь, все, вот я вот. Я так вот чуть-чуть вижу. Вам вообще, наверное, плохо. Ну, вообще ничего не видно. Но я вот так чуть-чуть вот здесь. Вот гора вот такая. Давайте попробуем. Нажмем на Г. Нет, не получается. Тогда вот так вот. А, ретурн надо вернуть. Continue biome. Прогресс. А, то есть весь прогресс, который здесь, вот в этом мире. Он при... Вот я там свет наверху вижу. Давайте туда сбегаем. Там я точно не был. Весь прогресс, который был в этом мире, он пропадет. Мне об этом сказали, так что, ребята, перед тем, как возвращаться домой, облазите как можно больше, как можно прям... Блин, то, что, конечно, здесь зима, и то, что здесь замерзаешь, вот это круто. Вот это вообще шикарно. Господи, это, оказывается, вражина. Понятно, что я его наваляю, потому что он, ну, слабоватый. Конечно, я даже не сомневался в этом. Так, поставим здесь факел. И... Я так понимаю, что факел-то не... Факел, интересно, они меня, ну как сказать, обогревают, нет? Потому что я бы не хотел сейчас замерзнуть. Или надо в помещение какое-нибудь зайти. Может, надо просто спрятаться. Тоже очень интересный этот момент. Посидим, посмотрим. Очень хочется поэкспериментировать. И почему мне не показывают, что здесь можно, к примеру, костер делать? Ну, или какие-то такие предметы. Инвентарь, фу, говорит, типа, поэтому я не могу скрафтить этот предмет. А, вот можно выкинуть. Так, а что за задание-то там? И выполнил все. Ну да, явно, вот мы закопались, и уже потеплее стало. Я сразу такой добренький стал. Мне сразу тепло стало. Я такой, ха, хорошо-то как. Все, теперь я разогрелся. Можно дальше пойти исследовать. Материалы можно вот в данном мире находить. Я заметил, что на островах, да, когда я сюда попал в предыдущей серии, вы это видели. Но, сами понимаете, здесь я не нашел пока крафта никакой лестницы или что-то такого удобного устройства, по которому можно было бы быстренько залезть на остров и там полазить, осмотреть его и быстренько спуститься обратно. Такого я, к сожалению, пока что не нашел, но, возможно, это еще и будет. Море, блин, тут прям горы, море вообще очень низко. Блин, быстро я остываю, честно говоря. Это как-то не радует, честно. Оп. Погнали. Ух ты, ух ты, ух ты, ты. Пещерка или что? Или просто провал? Блин, мешает. Не пойму, это, по-моему, просто провал. Барашек, ты чё? Барашек, ты чё? Успокойся. Все, блин, ребят, надо прыгать. Потому что я сейчас замерзну. Это просто провал, здесь ничего нету, к сожалению. Либо здесь уже собрали. Так, это земля. Забавно, что
Молот тоже ломает блоки. Прошу прощения. Молот тоже ломает блоки, но просто намного меньше, медленнее, чем кирка. Это тоже правильно. Ну чё, давай, это, нагревайся. Главное, нельзя никакого костра сделать, к сожалению. Либо у меня, скорее всего, просто нет рецепта его. То есть, и поэтому я не могу скрасить какой-то стол, чтобы нагреться. Вот единственное, что могу печку, да, сделать. Но это же глупо как-то печку-то делать. Хотя почему нет, да? С другой стороны. Ради материалов надо еще искать. И очень много, на самом деле, придется облазить, потому что я не знаю, где здесь еще можно найти пещеры и можно ли найти здесь еще... Так, можно ли здесь еще найти материалов? Море. И выглядит это просто поистине круто. Море, конечно, здесь вообще шикарное. Я прям предвижу, что, конечно же, тут не только крылья, тут и транспорт, скорее всего, водный появится. Или, по крайней мере, что-то в таком роде точно должно появиться. Ну, оно само собой напрашивается просто в этой игре, потому что сами видите, как оно все сделано. Блин, классно-то как. Нормально. Я, конечно, должен сейчас... Смотрите, меня дальше не пускает. Похоже, я приблизился к какому-то краю земли, что ли. Не пойму. Ну-ка. Да, похоже, я приблизился к краю земли. Из которого вылазить можно только, наверное, наверх, либо домой телепортнуться. Давайте телепортнемся, посмотрим, потому что мне интересно, можно ли здесь... Ну, сейчас как мне обратно в какой-то мир попасть? Вот так вот, дадут мне опять камень телепорта или что? Или его как-то крафтить нужно? А, вот, Adventure Log, то есть, смотрите... То есть меня полечили, вот я вернулся уже со своим инвентарем. Все у меня обратно на месте. То есть можно покрафтить, можно сложить вещи. Так, давайте сложим, чтобы лишнего не было. Так, во-первых, рецепт сложим, потому что он мне не нужен. Кинжал, всяческие кости... Мясо, тонны, шкуры. Ладно, вот так вот пока оставим. Немножко места есть, и ладно. Так, кости как раз вот можно положить. Что тут еще можно положить? Листья. Блоки разные. Пока так оставим. Так, хорошо. Ага, ну вот это... Оффлайн. То есть можно на его... Остров слетать, ну, на остров от друга. Хорошо, а как же денежки, допустим, тратить? Здесь кроме как почты, вот почта, можно завязать блок почты. И то, как бы вот, у меня уже есть. Так, почта и вот дирижаблик. Но дирижаблик тоже вот исключительно он как вот. Friend list. Давайте вот его пригласим, так что ли. Поиск, да? Ну и все здесь. Офлайн. Один ждет добавление здесь. Странно. Никакого магазина или что-то я пока что не видел, но возможно здесь нужно как-то это скрафтить. Я буду, наверное, восстанавливать этот замок или крепость, или как ее еще назвать, я не знаю. По крайней мере...
Насколько мне хватит терпения, это точно. Потому что выглядит это все очень интересно. И хочется очень многое посмотреть. Посмотреть, как оно крафтится, как оно создается. Все, я давно уже хотел этот туннель раскопать. Посмотреть вообще все крафты. Так что подписывайтесь на канал, если вы впервые и ждите новые серии. Потому что они выйдут очень скоро. Ставьте лайки, чтобы было как можно больше серий. Потому что игрушка стоит того, чтобы не только в нее поиграть. Потому что поиграть вы в нее обязаны просто. Потому что это суперская игра. Хотя бы посмотреть. Я постараюсь рассказать о ней самые больше на все, вот все, что они есть, я постараюсь о ней рассказать. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.